Посмотрите, какой еще. Я сделал отдельный фильм, он то ли вышел несколько дней назад, то ли вот-вот выйдет. Там поподробнее. Вот это вот розовая венгерка, которой нет на всей планете. Это одно дерево. Чернобай вот этот нехороший. Человек он хороший, а имел наглость привить на абрикосный бай, получить розовые плоды. Вот. Недавно я опять стоял, я снимал камеру и говорю, давай разбираться. Он говорит, нет, это ты мне дал этот черенок, значит, у тебя розовый. Я говорю, нет, у меня ни одного розового дерева. Нету и не было. Вот. Ты зачем привил на абрикос? Три привил, два получились вот такие, а третье, смотри, два такие, а третье такой, какой я ему это, с моего сада так и переехал. Поняли, да? Нет, не поняли. И я не понял. Знаете почему? Смотрите. Мы прошли полпути, мы любители. Дальше дело науки. У него уже сейчас на другой день должна быть эта телеграмма от этого самого. Тут уже есть ученые, те, кто подчиняется. Вот, Абаканский институт аграрных проблем, Минусинская опытная станция, вот, Шушинская. Это все официально, все наука. И вот от президента Академии наук должны быть три телеграммы, или еще лучше этим самым, нет, лучше телеграммы, правительственные. Немедленно. Чернобаеву. Ну, может, и к Железову. Вот. Немедленно это самое договориться, заплатить. Деньги перечисляем со спецфонда, потому что у нас на все денег хватает, кроме как на науку. Вот. И забирайте все, что можно. Вот сейчас в течение месяца, сейчас морозы будут. Все изрезать, все на черенки. Смотрите. Это уже у меня, не у него. Видите, венгерка розовая, 500 штук, которой нет на всей планете. Смотрите дальше. Это очень важно. Венгерка синяя. Я ему дал под названием Ника-1. Ну, чтобы это, почему? Я знал, что он испортит. Но я не ожидал такого результата. Знал, что будет это все по-своему делать. Потому что это Чернобаев, он художник. Вот, видите, 500 и 500. Много это. Если бы 1000 я продал, как полагается, там 20 рублей штучка, они того стоят, это уникальный материал. Это получилось бы 20 тысяч рублей, а на них мы с Чернобаем на двоих можем заработать, когда я продам. А что такое 20 тысяч на двоих? Ну, меньше пенсии наши небогатые. Так, нет? То есть мы богачами не станем. Это разойдется. Теперь так, я, конечно, не дурак. Вы же, когда я сказал, что придут правительственные телеграммы, чтобы все это изъять у нас, вы смеялись же сейчас? Скажите, а? Вы так делали? Ну, честно, вы так делали, когда я говорил, что это завтра тут же устроит этот. Или прямо с Москвы на самолет все это самое. Задокументировать все. Договориться, чтобы сад перешел в эти подчинении Академии наук, ну и так далее. Дело в том, что, объясняю, это, ребята, не шутки. Понимаете? Вот розовая венгерка, вот она, да? Вот берем эту косточку. Вот. Она не имеет права. Она получилась розовой благодаря вегетативной гибридизации. А ее вегетативная гибридизация уже не существует. Не так. Никогда не существовала. Вспоминайте этих девчонок, выпускниц Тимирязевки, которые не просто высмеяли там, вырастут эти самые дички. Вот они, видите, косточки? Вот они, розовые. Вот, вырастут дички. Это было сказано с презрением, с грязью, со всей этой самой, вот, какому-то металлургу. Вот это вот и есть настоящая наука. То есть она, мы проделали полпути с Чернобаем. Я адаптировал, я много лет и занимался. У меня 4 сорта уже вот этих самых венгерок. Но розовых нет. Он получил розовый. С этого момента вот это все высаживается. Вот. Вот это все высаживается. Но уже в ученом. Почему?
Надо довести до плодоношения, имея там расстояние между ними всего метр на метр на метр. Потому что огромные объемы трудно даже в научном саду. Ну ладно, уговорили. 2 на 2 на 2. И вот они растут до плодоношения. Потом можно перекапывать, пересаживать или просто уничтожать. Еще неизвестно, все ли получатся такие красавцы. Получатся они вот такие или нет? Как вы думаете? Ну, мы вспомним Менделя. Но и близко по Менделю не получится. Ни 3 к 1, ни 1 к 3. Этого ничего не будет. Вопрос. Сколько из 500 станет розовыми? Ребята, мы с вами уже почти ученые. Ведь это же вы у меня закажете, куда вы денетесь. Вот. Кто-то 10, кто-то 20, кто-то может сотню, опередив науку. А это уж 100% опередите. Нахрен у меня головная боль. И вот там у вас получится 20 штук, взошло 15. Получилось, ну ладно, по Менделю. Ладно. Да хотя нет, прививка, вегетативные гибриды, они Менделю не подчиняются. Зря я Менделя вспомнил. Там только сеянцевые, перекрестным опылением. Нет, не так. Даже если из 20 получится хоть одна такая, кто-то из вас, среди вас такие ребята есть, вы загляните в гостевую книгу. Я уже боюсь туда заглядывать. Там такие ребята и девчата. Там столько умного написано. Я сейчас болею, у меня крыша едет. Я не все понять могу в таком состоянии. Это вам из 20 доведете до плодоношения одну вот такую. Это 100% вегетативный гибрид. Потому что полпути только пройдено. Что такое полпути? Этих не существует на свете. А они оказались существуют. И второй путь – это веточку с него взять. И там тоже вопросы возникнут. А вдруг вернутся все несостояния? Вот сколько я наговорил. Среди вас должно найтись несколько настоящих селекционеров. Настоящих. Вот. Потому что все. Мы иногда встретимся с Чернобаем. Вспоминаем, у кого болезней больше. И какие операции мы пережили. И сколько нам осталось. Эх, молодежь. А вдруг вернется вот такое состояние. Это тоже будет достижение. Уже сам факт же. Посреди Сибири такие чудеса растут.